Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня посмотрим интересную карту под названием Highway Haunted Mode. То есть мы окажемся на трассе, и на нас будут нападать скелеты. Друзья, у нас появилась такая возможность в Ravenfield делать интересные вещи, просто интересные выживалочки. Друзья, если вам нравится данная игрушка, прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Так, и у нас началось. Investigate the anomaly. То есть у нас получается, исследуем аномалии, ребята, продолжаем исследовать. Посмотрите, какой звучок-то у нас, а? Кстати, эту карту мы проходили, ребята, мы проходили эту карту, в общем-то, в обычном режиме, но в аномалии мы еще ни разу не проходили. Вот такая вот у нас интересная тема. Так, у нас есть сейчас один пистолет. Все, больше у меня ничего нет, у меня есть три напарника. Команда из четырех человек, мы прибыли сейчас зачистить райончики и посмотреть, что здесь вообще происходит, что за аномалии здесь происходят на этой карте. И волна первая уже начинается. Что там такое светится, я не пойму. Что там светится, я не знаю. Что такое белое светится. Видимо, может там какие-то... Ох ты, вон они побежали. Может быть там маги. Так, попал. Попал, убил, все нормально. Так, двоих скелетов мы убрали. Отличненько, работаем прекрасно. Надо перезарядиться. Очень довольно жутковатенько. Жутковатая канитель, конечно же. Так. Главное мне не дать в обиду еще своих напарников, потому что если мы потеряем бойцов, соответственно, мы станем очень уязвимы. Так, и он последний у нас бежит. Да, все, я его грохнул. Прекрасно. Прекрасно, идем дальше. Волна вторая. Так, вроде нам туда. На карте у нас вообще ничего не обозначено. Ну, что-то там белое, вы видите, свечение какое-то. О, что такое? Посмотрите, что это? Могилка какая-то. Опа, жизня. Жизня выпала. Серьезно. Отлично. Ну, я сейчас пока ее взять не могу, но она нам, ребята, должна пригодиться обязательно. Надо запомнить, что там жизня. И, соответственно, у нас там еще есть наш пулеметик. Давайте его возьмем. Это что у нас? А нет, это дробаш. Ребята, здесь рандомно оружие выпадает. Прикольно. И, кстати, я вон такую штуку впервые вижу. Какой-то у нас... Какая-то канитель, короче, она у нас дает нам жизнь. Ух ты, посмотрите, здесь... Видите, маленькая тыковка прям в машине сидит. И здесь тыква. Шикарно вообще. Уровень проработан просто потрясающий, друзья. Так, ну что у нас? Бегут. Давайте вас снесем, гадов. Так, пожалуй, я не буду тратить дробашек. Я возьму сейчас пистолет. Тихо. Спокойно. Все хорошо, никто не ранен, все нормально, все прекрасно. Так, еще кто-то у нас один остался, да? Так, не один, еще он там бегут у нас, ребятки. Вон они из ночи, вон они вылазят. Так, я убрал одного. Дробаш не трать, бей из пистолета, что ж ты делаешь? Шикарненько, начинаем продвигаться дальше. Так, теперь нам куда? О, там еще можно что-нибудь получить. Слушайте, а жизнь явно сохранилась, нет? Я, кстати, не знаю. Слушай, его в этот раз он в другом месте находится. Что такое? Жизня. Так, а там где он? Он же там появился, видимо. А вон еще жизня. О, у нас две жизни есть. Я думаю, это вообще здорово. Ребята, нам две жизни дали. Прекрасно, интересно, до какой волны мы сможем добраться. Главное сейчас нам раздобыть какое-нибудь хорошее оружие. Револьвер, да ладно. Ну, как бы ладно. Хорошо, давайте попробуем с револьверчика. Всего немного там патрончиком насыпали. Чуть-чуть, совсем мало. Так, у нас револьвер, видимо, поменялся на пистолет, что ли, я так понял. Ну, как-то, по-моему, не особо это круто. Но здесь, ребята, рандом, я смотрю, рулит. Так, началась жара. Началась. Так, слили. Здесь. Валим. Смотри, они еще крадутся. Револьверчик-то неплох. Неплох. Прям хорошо. С него мы прям, смотрите, сразу 14 человек уже слили. Так, еще одного. Так, тихо. Главное, чтобы с тыла. Я вот
переживаю, что ребята увлекутся, а скелеты могут подойти у нас и с тыла нас убрать. Смотри, как он убивает, а, револьверчик. Шикарная тема, мощная. Так, ну что, никто не ранен. Никто не ранен, у меня есть револьвер, у меня есть... О, еще что у нас выпало, ну-ка давайте. Опять жизня. Слушай, ну классная штука. Я такое раньше не видел, я вот... Честно говоря, даже не знаю, друзья, что там такое вообще. Что это за могилка такая? Видимо, она нам постоянно дает жизнью. Это классно. О! Еще вин... Ох ты, винтарь-то, а? Какой хороший. Вот это будет здорово. Сейчас у нас, конечно же, волна все мощнее и мощнее становится. Так, секундочку, секундочку. У нас получается, ребята, у нас получается, у меня дробаш пропал, а вот эта винтовка появилась, да? И пистолет у меня тоже пропал, появился револьвер. Ух ты, сразу, по-моему, я двоих слил одним выстрелом. Так, здесь уже нужно прям очень, очень оперативно. Очень оперативненько, давай, перезаряжайся, че ж так медленно? Так, он гады. Бегут, наступают со всех сторон. Мерзавцы. Так, у моего напарника... Опа! Я смотрю, что они уже начали стрелять почему-то из пистолета. Так, 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 винтарь. У меня закончились патроны. Тихо, 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 тихо. Так, ну винтовочка у меня отменная, хорошая. Хорошая винтовочка. О, дальше идем. Ну теперь вот в этой области. Что такое? А что он исчез? Подожди, у нас же должна фишечка нам какая-то быть сейчас дана. Так, это что у нас такое? Ох ты! Это пистолет. Это у нас пистолетик. Так, давайте глянем. Это же, по-моему, пистолет-пулемет, если я не ошибаюсь. Вот уже пошли. Да, точно, пистолет-пулеметик. Он вблизи хорошо. Тихо-тихо, перезарядочка, но бегом. У нас здесь плохое местоположение, очень плохое. Очень плохое местоположение. Быстро, 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 быстро! Черт возьми, там кого-то убили уже нашего. Неужели одного убили? Нет. Одного грохнули. А, нет, не грохнули. Так, 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 так. Все, все, все сюда подходим ко мне. Я надеюсь, они ко мне подойдут. Так, все подходим вот сюда. Потому что они, если они уйдут в другую сторону, нужно нам на видном месте стоять. Спокуха. Держимся, держимся. Все нормально. Так, главное, чтобы свой же не подошел. Волну затащили, пятая волна. Но мы с вами знаем, ребят, кто смотрел прошлую серию, что это все может быть очень жестоко. Так, а у нас появляются вот эти вот интересные какие-то могилочки. Опа, так. Винтарь у нас заменился, наверное, на нашем... Так, у нас пистолет остался, осталось совсем мало пистолета. Можно, конечно... Нет, 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 нет. Давай-ка мы, наверное, из винтовочки постреляем, потому что пистолет уже... Я буду с этого фланга, я надеюсь, меня прикроет со спины. Да, я не особо, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что здесь происходит, а? Это же вообще капец. Давай, мочи. Так, толпу перестреляли. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, держимся. Со спины меня не прикрывает, а? Со спины не прикрывает. Но у нас где-то аптечка была. Надо, кстати, раздобыть аптечку. Действительно, она не исчезла. Она не исчезла, аптечечка-то наша.
Так, и, соответственно, было бы неплохо бы патрончики бы надыбать, да? Сколько здесь? 64. 64 у нас. Скелет — это целая толпа. Готово. Победа. Так, нужно понять, где тут у нас аптечка. Где-то здесь она была. Я надеюсь, она осталась. Нет, по-моему, она исчезла. Мне что-то кажется, что она исчезла. Она должна была лежать где-то здесь. Или здесь. Так, мы двигаемся дальше. Здесь тоже нет аптечки. Так, ладно. Ну, пойдемте, может быть, на пути... О, там что-то есть. Раздают какие-то аптечки. Может быть, здесь там дадут что-то. О, прекрасно. Берем. Берем. Здоровьишко, ребята, пополняем. Кто у нас? Может быть, они тоже должны пополнить здоровье, нет? Нам надо пополнить здоровье? Наверное, не надо. Так, у нас появляется новое оружие. Новое оружие — это прекрасно. Заходим в новую область, и здесь у нас, в принципе, начнется самое сложное, потому что... Ну, хоть площадка открытая, друзья, хоть площадочка открытая. А почему у нас, подождите, одного неужели мы потеряли? Один у нас умер, что ли? Или подожди, где он? А, нет, все нормально, он за моей спиной был. Так, ну все, пошла жара. Сейчас нужно сосредоточиться. Очень много. 96 скелетов. Вы представляете, какая толпа. У нас столько патронов, может быть, вообще не хватит. Друзья, патронов не хватит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то подлагнуло даже немножко. Так. Покуха. Одного слили. А-а-а, у нас потери. Второго убивает тоже. Блин, меня сейчас грохнут, друзья. Меня сейчас грохнут. Так, 123. У меня патроны 123. Я один остался. Я один остался. 70 мы уже убили. 70 скелетов. Это абсолютный рекорд. Он у меня не может бежать. Это плохо. Бежать не может. Беру патроны еще здесь. Патроны еще взял немножко. Ну а! 89 осталось, совсем 7 человек. 7 скелетов, вот гады, вот это да, вот эта волна 7-я, очень сложная, очень лютая, друзья. Если вам нравится данный режим, то прямо сейчас обязательно, ребята, ставьте лайки. Ну а с вами был Родригес, желаю хорошего настроения, успехов, удачи, подписывайтесь на YouTube канал. Всем счастливо, пока-пока!